В нашем городе есть только одно место, где укатывают трассы для лыжников и биатлонистов. Это лесной массив на улице Курчатова. Протяженность трасс больше 10 километров. Укатывают лыжню на снегоходе, используя специальные приспособления. Есть специальное еще колесо, мы сделали механизм, который там нам недешево обошелся, который, в принципе, как раз заменяет снегоход. В каком плане? Вот если снегоход, у меня гусеница получается 80 сантиметров, да? Чтобы мне трассу катать 6 метров, мне надо проехать как минимум 8 раз. А та гусеница в 2 раза все делает быстрее. А вот с помощью этой металлической рамы срезают кочки, и трасса становится ровной. Лыжники уже оценили маршрут. Трасса отличная. Она каждый год замечательная. Благодаря Юрию. В лесном массиве в момент съемок занимались и начинающие биатлонисты. Дети и тренер лыжней тоже довольны. Как только вышли снегоходы, все великолепно. И вчера была прорезана лыжня. Сегодня мы надеемся насладиться классическим ходом. То есть это очень важно, когда для классического хода нарезанная резаком лыжня. По правилам, на лыжне работает один снегоход. И за руль «Бурана» садится лишь Юрий Батманов, мастер спорта международного класса по биатлону. Чемпион и многократный призер чемпионатов и кубков России. Причем спортсмен за эту работу, не получая зарплату, делает это он безвозмездно. Юрий говорит, что ему помогает подготовить лыжню уже с лопатами тренеры и ветераны спорта. Через неделю, я думаю, мы сможем их вести порядок, потому что спасибо, есть строительный материал, это снег. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов, новости Димитровграда.